Александру Невскому с умилением сердец помолимся. Помощниче, всех усердных Тебе прибегающих, и теплый наш пред Господи предстателю, святый и благоверный княже Александре, призри милостивно на ныне достойные, многими беззаконии непотребны себе сотворшие, ко святому образу и мощам Твоим многоцелебным, ныне притекающие, и из глубины сердца Тебе взывающая, Ты в житии своем ревнитель и защитник православной веры был еси, и нас в ней теплыми Твоими молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на Тебя служение тщательно проходил еси, и нас Твоей помощью пребывать ико и гожда ней же призван есть настави. Ты, победив полки супостатов, от пределов российских отгнал еси, и на нас, ополчающихся всех, видимых и невидимых врагов, низложи. Ты, оставив тленный венец царства земного, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным венчанный, на небесе царствуешь, ходатайствуй и нам, смиренно молим Тебя, житие тихое и безмятежное, и к вечному царствию шествие неуклонное, Твоим предстательством устрой нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианах, о граде всем богоспасаемом, о людях Твоих, да сохранит нас Господь Бог своей благодатью в мире, в здравии и благоденствии, и во всяком благополучии, в должешее лето, да и присно славим и благословим Бога, в Троице Святей славим Могу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Yeah.